Цикл «Рожденные в зоне». Автор Константин Скуратов. Книга вторая. Передышки не будет. Глава вторая. Полундра в мировом масштабе. Часть вторая. «А если это намеренная дезинформация?» – вскочил шеф азиатского отдела. «Вы же знаете, что в моем регионе какую только чушь не предлагают в качестве чудесных бальзамов. Тут и коготь змеи, и жало акулы, и зубы дятла. В преддверии очередного чемпионата мира по футболу мяч молодости», – захохотал шеф африканского отдела. «Бред полный», – оттолкнул от себя бумаги шеф североамериканского отдела. «Я могу понять мою разведку. Нужно проверять каждую поступающую информацию. Но мы же не в разведке работаем. Во всяком случае, не все». «Господа, господа», – взмахнул руками председатель совета. «Согласен с вами. Бред, рассчитанный на идиотов. А теперь представьте на мгновение, что это правда». В зале воцарилась звенящая тишина. «Да». Наконец тихо вымолвил шеф европейского отдела. «Это была бы революция в косметологии. Наши клиентки за одно мгновение наедине с этим мячиком заставили бы своих спонсоров, мужей и любовников заложить все свои любимые игрушки, яхты, дворцы, самолеты, других любовниц». «Абсолютная монополия. Конкуренты сами удавятся от зависти», – мечтательно сказал шеф южноамериканского отдела. «Купим островок типа Пасхи, выстроим шикарный центр омоложения». «Куда деньги девать будем?» – иронично спросил директор по сбыту. «Землю купим, всю, весь шар», – ответил молчавший до сих пор директор по маркетингу. «Что делать будем?» – спросил председатель совета. «Тут вот написано», – зашелестел бумагами шеф азиатского отдела, – «омоложению подвергся сталкер по прозвищу Пигмей. То есть, кроме слухов, есть и свидетели. Хорошо бы отыскать этого пигмея для опытов». «Итак», – подвел черту председатель, – «у нас две задачи. Первая – найти и привести сюда гипотетический артефакт. Второе – найти и привести сюда свидетеля, омолодившегося случайным образом. Правильно?» Члены совета директоров согласно закивали. «Не слишком ли мы наивны? В кругленькую сумму влетит нам эта операция, между прочим. А если провал?» «А если успех, Герберт?» – вопросом на вопрос ответил председатель. Шеф европейского отдела только пожал плечами. Председатель нажал кнопку вызова и сказал вошедшему охраннику: «Пригласите сюда мадам Волков». Он встал из-за стола и встретил вошедшую мадам прямо у дверей. «Мадам», как нельзя более галантно произнес председатель совета, «вы у нас главный специалист по странам Восточной Европы. Россия и Украина ведь тоже входят в сферу вашей компетенции». «Входят», ответила мадам. «С вашей легкой руки, мадам, наша корпорация начала использовать для изготовления продукции так называемые артефакты, так что в росте продаж мы считаем есть изрядная доля вашего креатива». «Спасибо». «Сейчас совет директоров оказался в деликатной ситуации. Мы не знаем, насколько можно доверять полученной информации, но и упускать такой шанс мы не хотим. Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Мы готовы рискнуть, мадам. В случае удачной реализации проекта вы займете достойное место в нашем совете. Обещаю. У вас есть идеи?» Мадам Волков подняла голову и обвела взглядом присутствующих. «У меня есть идеи», – медленно сказала она. «И у меня есть люди, способные эти идеи осуществить. Мы уже работали с ними, так что восстановить связи не составит труда. Единственное условие – плата должна быть запредельно высока». «Вот как?» «Эти люди – наемники. Большую часть своей жизни они провели в той самой зоне отчуждения, где и находятся необходимые нам артефакты. Они способны на риск и не знают жалости. Но...» «Эти люди – наемники», – повторила мадам Волков. «Они будут служить тому, кто заплатит больше». «Мы готовы заплатить соответствующую задаче сумму, но нам необходимо знать, что деньги не будут выброшены на ветер». «Не волнуйтесь, я приму все меры, чтобы достичь положительного результата». «Интересно, какие?» – хмыкнул шеф европейского отдела. «Ну, например, я лично возглавлю эту экспедицию». Магадан. Лагерь артели старателей Слюдянка. «Эй, зеленый!» – с высокого обрыва орал и махал руками Гришка безносый. Человек, ремонтировавший двигатель драги, вздрогнул и оглянулся. «Бросай ключи, зеленый, бригадир зовет». «А где он?» «Как это где? В лагере ясен пень. Давай задницу в горсть и чеши по перелеску. Бригадир ждать не умеет». Человек бросил ключи, вытер руки ветошью и почти на четвереньках выбрался на кручу обрыва. «Чего стряслось?» «А я знаю», — фыркнул Гришка. «Звонок бригадиру был оттуда.
Он ткнул грязным пальцем в небо. 3 минуты базара, потом рычание, потом меня с кухни снимают и за тобой. Ты случайно нашему министру не родственник? Какому это вашему министру? А внутренних дел, заржал Гришка и толкнул ремонтника в спину. Давай, ускоряйся, зеленый. Через полчаса ремонтник стучался в дверь единственного в лагере деревянного домика, в котором жил и руководил всей артелью царь и бог местных старателей, он же бригадир. Вызывали? «Проходи, не маячь в дверях, и прикрой ее от чужих ушей. Тут такое дело...» — бригадир отпил из чайного стакана чефир. «Звонили мне». «Ну?» «Слушай, зеленый, ты откуда у нас взялся? Только не крути хвостом, прямо отвечай». «Завербовался, надоело водку жрать. А что, есть претензии?» «Да нет, работаешь нормально», — задумчиво ответил бригадир. «Вот только много я повидал старателей, и бомжей, и интеллигентов, и нашего брата-уголовника, но ни одному никогда в жизни сюда никто не звонил. Ты первый». «Ты кто?» «Отчего звонили?» — спросил ремонтник. «Я вроде никому ничего не должен». «А сейчас перезвонят, все и узнаешь», — ответил бригадир и неожиданно проявил чудеса доброты. «Чеферку бахнешь?» «Можно», — ответил был ремонтник. Но тут раздался звонок. Бригадир взял трубку. «Алле? Ага, тут он. Передаю». Он протянул трубку ремонтнику. Тот, мгновение поколебавшись, взял ее. «Слушаю». «Куда сбежал, дорогой?» Сказал в ухо знакомый голос. «Судьбу решил сменить?» «Решил». «Зря. Тут такое начинается. В общем, приезжай срочно». «А если я всерьез решил судьбу сменить?» Сказал он угрюмо. «Нет, наша с тобой судьба навсегда. Зона. И ты, рубец, знаешь, это не хуже меня. Послезавтра на вокзале в Чернигове. Успеешь?» «А если не успею? Что тогда, домовой?» «Тогда догонишь в зоне. Контрольная точка сбора, цементный завод. Пока». Связь оборвалась. Ремонтник посидел немного, низко свесив голову. Бригадир напряженно ждал, потом не выдержал. «Рассчитываться будешь? Может, поделишься новостишкой?» Я отпрянул, увидев глаза старателя. «А знаешь, уважаемый, если я с тобой поделюсь, то вместо артели к утру останется только небольшое кладбище», — горько улыбнулся рубец. «Дай мне на билеты, а все остальное можешь в общак положить. Когда вертолет прилетает?» «Через 2 часа». «Ну вот и ладно. Собраться успею». Станция. Храм праведников. «Итак, братья мои, слушайте приказ». Голос руководителя звучал сквозь мембраны воздушных фильтров защитного шлема еле слышно, но пятерка праведников не пропускала ни единого слова. «Ничто, кроме Господа нашего, не может творить чудеса. Ваша задача выяснить, существует ли на самом деле артефакт, дарующий молодость. Если он есть, найти его и уничтожить, как злокозненное проявление врагов Господа. Заодно вам необходимо найти место в пространстве, позволяющее перемещаться по территории зоны без нашего контроля, и тоже уничтожить вход в портал. Только Господь имеет право одаривать своих верных слуг необыкновенными возможностями». Праведники склонили головы в согласии. «Вы идете на священную миссию без прикрытия и возможной помощи со стороны братьев», продолжил руководитель. «Только ваша вера будет помогать вам, поэтому постарайтесь проникнуть на вражескую территорию незаметно. Поиски ведите без лишнего шума. Возможно, среди тех, кто попадется по дороге, окажутся потенциальные братья. С такими ведите беседы. Открывайте им великую правду, используйте их знания и навыки нам на пользу. Остальных еретиков уничтожайте без жалости. Да пребудет с вами сила и слава Господа нашего. Выход через 30 минут. Разойдись». Хутор близ Березняков. «Слышь, кореш, чё по радио сталкерня базарит? Типа на цементном заводе точка есть, из которой в любое место зоны за секунду попасть можно». «Туфта». «Да ты мозг напряги, это ж золотая жила. Братан, только представь, найти точку, сесть там с волынами и шерстить сталкеров. Хочешь пройти? Базара нет. Сыпь лаве в карман женам и кочерге». «Ништяк придумал. Типа мы с тобой таможню, что ли?» «Ну да, вроде как на мосту в Деснянске. Сиди да бабло стриги». «Пошли, что ли? Тут нам все одно ни хрена не светит. С зомбаков много хабара не наберешь». «Да не вопрос. Только пожевать перед дорогой надо. Где этот завод?» «Фигня. К завтраму на месте будем».